приказывает большое скопление сил Ностры неподалеку от тебя. Будь готов. А, блядь, сука. Тварь. Блядь. Ай, тихо. Кто стреляет, блядь? Кто, сука, стрелял? Да ты, может, попадешь, эй, дебил. Пизде. Ай, ядрить твою мать. Еле, блядь, доехал сюда. Так, стоп, тихо, спокойно. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Spy Hunter. Бляха-муха, сложно-то как-то сюда вообще доехать, если честно. Просто пипец какой-то. Там выбивают просто нахер в труху эти хпшки. Я не знаю, ах ты, блядь. Теперь мы, короче, опять... Ну и чё вы стреляете? Вот смотри, какие они стойкие прям. Стреляешь ему 300 раз в голову. Кто стреляет? Базуки. Так, есть базуки, только а смысл? Мне надо как-то туда про... Да чё ты застрял-то, эй, дурак? Так, в смысле затопления прохода? Побежали? Мне просто пробежать надо, да? Пока не затоп... Да хорош в меня стрелять, ты даже меня, блядь, сука, не видишь, тварь, ты паскуда. Ты что, не... хочешь сказать, что ты ни разу не попал, дебил? Вот ты ракло, вот ты ракелька. Ой, конь. Ой, блядь. Их там прям пиздец. Тру-ту-ту-ту-ту. Тру-ту-ту-ту-ту. Тру-ту-ту. 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 Блядь, как... Я, наверное... Игрушечный автомат у меня, 100%, я вам отвечаю. Вот игрушечный, реально, смотри, сколько патронов они выдерживают. Они просто тупо выдерживают нереальное количество патронов. Ой, блядь, да. О, дробовик, давай хоть с дробовика попробую пострелять. Хотя он в упор. Калаш мне нужен лучше. Давай лучше калаш возьму. Кто тут еще есть? Блядь, дробовик тоже. А как они с дробовика меня так шмаляют с такого расстояния? Ну ладно, давай попробуем. Ага, тут что-то надо шибануть. Аптечек нет, да? Все взрываем. Ай, тихо. Время до взрыва. Валим. Побег с помощью перехватчика. Я понял, а как мне теперь назад вернуться? Там же затоплено. Или я пройду? А, я пройду, окей. Давай, быстренько, а то скоро затопится проходик. Вот если сейчас скажут, что у меня жизни остались те же, что и до этой миссии, это я просто, я не знаю. Это будет... Эй! Ты дурак, что ли? А ты что тут стоишь? Цель найдена. Ебать, дробовик вышмаливает просто. Хо-хо-хо-хо! Дробыш просто шикарная штука, только бляха он в упор. Но выносит только так. Так, перехватчик, ты заколебал меня уже. Давай нормально перехватывай. А, чтобы сесть в перехватчик. Блядь, жизни те же самые, прикидаешь? Ладно, погнали. Уу! Может, контрольная точка была, я там не знаю. Чё это? Какие-то ракеты. Блин, у него управление очень, сука, ебанутое управление у этого перехватчика ебаного. Тихо, чё это? Ой, блядь. Блядь, еще по лаве. Да ядрить твою, иди нахуй. Да уйдите, блядь. Блядь, ты попробуй тут просто проехать, а не по лаве еще. Ты просто попробуй проехать, чтобы вот минки эти, например, не взять. Да это нереально с таким управлением, вы чё? Толку, они бесконечные. Да, блядь, развернись, тачка, ты заебла. Не управление, не ебаное. Вообще ебаное управление, серьезно. Да нахуй. Еба! Хуёво. Да уничтожил, видишь.
Блять, конечно. Конечно, у меня жизни там вообще пипец, пипец, ярики. Куда ехать? Ну и все, и до свидания. Нереально, тут нереально с таким ебаным управлением просто это все проехать. Я вам отвечаю, просто нереально. Как по той лаве можно проехать вот так, чтобы даже ее не задеть? Как? Вот как? Вот я, например, не понимаю как. Смотри, вот я не могу просто проехать, даже просто ровно не могу проехать на этой тачке. А ты куда? Слышь? Эй. У меня тут ручника просто нету, вот это херово. Да хорош меня лушпарить. Это мины ложат, чуваки. Да-да-да-да-да. И смотри, как я по ним еду. Круто, да, блядь? Да скипни эту заставку, гребаную, блядь. Да тут по лаве проще проехать, чем ее объезжать. Тут нереально, смотри, с таким плавающим управлением. Тут просто проще проехать, я же говорю, просто прямо. На нахер. Штаб приказывает, чтобы ты уничтожил коммуникации новых. Когда их сеть исчезнет, они смогут... Пиздец какой-то. Да ты заеб! Мне надо вот эту штуку разбить. Наверное. Да разбей ты вот этот грузовик, ты заколебал уже. Ненавижу, блядь, вот это ненавижу, серьезно ненавижу эти миссии. Потому что, ну как ты так вот, ну что это за управление, вот что это за управление, смотри. Что это за управление, блядь? Что это за ебаное управление? Отвалите, суки, нахуй, блядь, все. Что это, блядь, за управление, тварю мать? Что это за управление? Может тут настройки какие-то, блядь, есть? Я хуй того знает. Управление. Инверсия управления, чувствительность управления. Может, чувствительность управления? Камеры. Чего чувствительность камеры? Это все хуйня какая-то, блядь. Настроек нет, говна кусок. Тут реально проще вот так просто ехать и все. Зачем оно еще мне, блядь, уворачиваться, сука? Да пошел ты! Блядь, пиздец какой-то. Да дай мне нормальную та... управление, блядь, сука. Да что с тобой, тачка? Ну что ты крутишься, как ебала? Ну что ты, блядь, за дерьмо-то такое, блядь? Пиздец какой-то. Просто пиздец. Я ну его нахуй. Едем вперед, короче. Просто тупо, блядь. Нельзя так делать. Просто пиздец какой-то. Да уйдите, блядь. Что это она делает, эта тачка? Что ты делаешь, машинка? Объясни мне, пожалуйста. Что с тобой не так, блядь? Почему ты такое крутое и такое хуевое? Она реально дерьмовая, просто эта тачка. Такая широкая не может быть с таким ебанутым управлением, я вам отвечаю. Она просто не может быть по логике. Она просто по логике не может быть с таким ебанутым управлением, потому что она широкая. Тачка широкая. Тачка широкий, блядь, с этим, блядь, я хуй его знает. Короче, надо вот так клацать постоянно колеса, этот, все, короче, надо клацать. Ну вот опять я, блядь, остановился. Да куда ты едешь-то? Сука, как же ты меня бесишь. Хм.
Я доехал! Так я доехал! Я доехал! Почините, блядь! Сука! Да, у нее управление супер ебанутое. Тут ничего не скажешь. Нигде я еще так, нигде не играл в игры с таким ебанутым управлением. С неотзывчивым плавающим управлением. То есть оно не отзывчивое, еще и плавающее. Оно просто тупо плавает, как дерьмо. Блять, да поехали куда уже-нибудь. Сука, ну езжай! Блять, как ты меня заебала, блять. Отвали. Сука, твари, блядь. Хватай, 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 хватай тачку. Ой, отлично, блядь. Я надеюсь, это чекпоинт. Потому что я ёбнусь. С такой хернёй я тупо просто ёбнусь. Ну, блядь, ну еби его мать. Да ёб твою мать, тачка. Что ты заебала-то какая? Грёбаная пизда. Да едь нормально, блядь. Ну, что ты за говно? Ой, у меня там что-то дым уже пошел какой-то. Уничтожь ее, блядь. Ты мне дай получше... Фу, слава богу, ёптрою мать. Ебанутая миссия на всю голову, пьядина. Тварь. У него, блядь, каменное лицо такое, типа, знаешь, да все нормально, да? Прям лифт, что ли? Я думал, знаете, сейчас музычка немножко пройдет. Я думал, вот это вот дерьмо. То, что надо, короче, ну, то, что управление вот тут дерьмовое. Оно и там дерьмовое, блядь, везде дерьмовое, сука, управление. В этой игре нету нигде нормального управления, абсолютно. Оно дерьмовое как на машине, так и вот так вот. И с видом от третьего лица. Абсолютно, абсолютно в этой игре нету нигде нормального управления. Че это? Фух, не придумали. Не придумали в том году еще управление нормального для этой игры. Нигде. Вот как они играли? Вот, например, разработчик сделал, и вот он играл. Ему что, это все комфортно было или что? Вот мне, например, некомфортно играть. Абсолютно некомфортно. Space. Чего? Выбор точки поворота. Е, поворот выбранной трубы. Спустить воду. Что ты хочешь от меня? КМ. Что такое КМ? Кнопка М, кнопка М. Или что? Что ты хочешь от меня? А, колесико вниз. Колесико мыши вниз. А, понятно. Выбор точки поворота. А что ты хочешь, что мне надо сделать? Я что-то не понял. У нас есть 4 точки. Надо что-то сделать с ними. Е. А, вот так что ли сделать? Откуда вода идет? Так, вода пошла туда, а нам надо на ту сторону, да? А, нам надо, получается, смотри, нам надо... Е. А ну теперь. Так, опять отсюда писеет. Ладно, давай тогда вот эту крутанем. О, не знаю, что-то наклацал. Так и не понял, конечно, куда надо было, ну да ладно. Хорошо, это мы сделали. Где мои... Опа. Это мне надо будет? Сейчас. Или потом.
Ну, сейчас нельзя, значит, не надо. Хорошо. А подожди, мне куда? Где это горело? А, вот тут. О, привет, ребятки. Блять, дробовик возьми, сука. Кто там еще? В смысле ты выжил? А, там, там это, там, как ее называют? Там лестница. Бум! Что за лишний звук? Ага, окей. А, итак, небольшая задержечка. Продолжаем. Наш Спай Хантер. Гребаный. Гребаный. Блять, что такое? Кто? Ага, конечно, я отсюда буду стрелять. Ой, привет. Это, раньше я вижу, хардкорные игры вообще прям были. Просто никто не заморачивался с этим. С оптимизацией управления, с оптимизацией всякой херни. Вообще тупо никто не заморачивался. Поэтому игры бы и были хардкорные. Это сейчас вылизывают так, что... Хотя не вылизывают. Сейчас тоже говно делают. Никто ничего... Да хорош! У меня нету дальнобойного, ребята. Не стреляйте. А если я вот сюда жахну, я попаду? Ага, попаду, конечно. Попал, смотри. Ой, завалил к херам. Даже так можно, да? Так, а стой, а мне не туда. Мне такое, как сюда вроде. Опа. Да, блядь, они меткие, сука, они вообще не мажут. Они просто тупо никогда не мажут. С дробовика с такого расстояния, конечно, стрелять это не весь. Чё там, чувак, делаешь? Йогой, что ли, занимаешься? Смотри, бум. Ну, конечно, разлет. Ну, не, ну, дробовик все равно прикольная штука, если честно. Я? Здорово. Обоих. Ах ты, блядь, ты живой еще. А что это дымится? Подожди. А что у меня со вторым оружием? Ой, там еще патроны есть. Ладно. Мне сюда или куда? Эй, ты. Не прекращай, давай. Говорю, не прекращай. Ты что стоишь? Да, а я могу так делать? Так, чувак, ты сейчас, блядь, у меня будешь летать, сука. Тварь. А я могу бить так как-то? Подожди, вот E, Q. Не, Q это спрятать. Например, пробел нет. Правая кнопка. Блять, правая кнопка граната, сука, дурак. О, а там чувак был. А не, мне можно было сюда пройти, ладно. Не сюда или куда? Это он, он твой. Я не твой, блять, сука, я свой. Рассредотачивайтесь, да. И желательно комментируйте все ваши действия, потому что так удобней. Это... Ты чё? Ты чё взял? Дай дробовик, ты чего, дурак? Я хотел перезарядиться. Это, конечно, прикольно, вот в играх, когда они бегают, стреляют. Ой, я туда, я, короче, он там, он тут. И они спалят свое местоположение, там всякая херня. Что это, гранатки? Рассказывают, что они будут делать. Вот, прикрою тебя. На, прикрыл. Нормально? Прикрытие хорошее, отличное. Так ты скажи. Пакуйте его. На, пакую. Ну, смотри, не зацепило. Тут у меня гранаты есть, так что. Так, хорошо, гранаты не действуют. Гранаты отстой. Так где? Я не могу прикрыть, если я не знаю, где ты. Нифига себе. Эй. Не понял. А ты чё не умираешь-то? Ты видел, сколько я раз в него попал? Ой, кровь-то летела. Не прекращайте огонь. Все, патроны кончились. А, не, еще не кончились. Вот тут нажать надо. Эть, нажми. Найдите пункт управления. Чтобы открыть дверь склада. Но она где-то, я не знаю, где должна быть. Дверь склада? А, это где? Это где-то вот сюда показывает.
Наверх, что ли? А нет, вот сюда же, наверное. Ох, нихера себе ты! Да ладно, ты уже умеешь так двери открывать, я раньше так не делал. Оп, хорош. Оп. Отлично. Так, что у нас на 21 минута, да? Не, не 21 минута, 21 минута, плюс еще чуть-чуть. А че вы там стоите? Дебилы. Блять, это опять эта хуйня начинается сейчас. На этой тачке гребаные. Не на... Я думал, блядь, тут на тачке было прикольно. Типа, тачка стреляет, все дела. Было бы по приколу. Типа, поиграть в эту... Не понял. Какого я разрушился сразу? Почему меня сразу убили? А кто меня сразу убил-то? Почему я сразу помер? А, у меня жизни уже нету. Понятно. Ну, это шикарно просто, а чё? Так, а все, я не пройду эту миссию, потому что у меня жизни нету изначально. У меня изначально жизни уже нету. Я уже не пройду ее, просто не пройду. Не смогу пройти. Я просто не смогу ее пройти, потому что у меня уже жизни нету изначально. Ну, блядь, тачка, ну что ты делаешь, блядь, ебанушка? Все, видишь? Не, я не пройду эту миссию. Мне не хватит, просто жизни не хватит. Абсолютно не хватит. С таким ебаным управлением у меня жизни просто не хватит. Ну и чё ты делаешь? Да, это пиздец. Это пиздец, это пиздец, а не игра. Да похер вообще, что я ее убил, и толку с того. Если тут, блядь, управление ёбнутое. Есть какие-то еще у нее приколюхи в этой тачке, нет? Блядь, у них пулеметы обычные отнимают у меня столько жизни, просто пиздец. Обычные пулеметы, просто тупо обычные пулеметы. Да, блядь, ну и ребята, ну у меня и так управление ебанутое, ну хули вы меня трогаете? Ну идите нахуй, я не могу просто прямо поехать, и вы меня сейчас сбиваете. Ублюдки, твари. Блядь, спасибо, дебил. Ёбаный. Да, блядь, уйдите в жопень, сука! Да куда ты, я тебе... Вот я ей налево поворачиваю, она едет направо. Ну я ей налево уже давным-давно поворачиваю, она едет направо. Она просто тупо едет, сука, направо. Она меня не слушается, она ёбнутая. Слава, блядь, ёбнутая, грёбаная, ненавижу.
Я реально ненавижу эту миссию с машиной. Поначалу было вроде прикольно. А потом все. Занизил, да? Типа занизил. Опустил пару там штучек таких, типа занизил, чтобы проехать. Молодец, красавчик. Только не говорите, что опять на машине, блядь. Короче, давайте на этом закончим. Я так понимаю, это чекпоинт. Скорее всего. Потому что это ебаные, это реально ебаные миссии. Это просто ебанутые, сука, миссии, нахуй. Ну чё ты не умираешь, вертолет? Я уже сколько раз тебя ебанул. Капец просто какой-то. Ты 3 метра проехал. 3 метра проехал и заставка. Ай, блядь. Да, экшен-то еще тот. Говно у вас тачка. Говно, а не перехватчик. Я вам заявляю прям... С уверенностью. Я хочу, чтобы вы обеспечили контроль над всем периметром. Ты получишь подкрепление с этой стороны. Ты Деккер? Да, кто тут за старшего? Уоллес был. Был? Он вошел туда час назад с небольшой группой. С тех пор от него ни звука. Звучит так, будто нам нужен план Б. Мы ждем указаний штаба. Забудь, нет времени. Приказ Уоллеса. Мы должны ждать. У нас с Уоллесом взаимопонимание. Он отдает приказы, а я на них плюю. Есть другой путь. Ну, есть канализация, она ведет во владение. По здравому размышлению, пожалуй, нам стоит подождать команду. Как мне попасть в канализацию? Ты берешь и попадаешь, открываешь люк. Так, все, короче, давайте, блядь, тут я за все закончили с этой миссией. Я хотел сказать, с игрой. Да, было бы неплохо. Всем спасибо за просмотр, ссылки на плейлисты в описании, комментируйте, и всем до встречи в следующей серии Spy Hunter'а, и всем пока.